Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим играть в игру The Long Drive. Так, продолжаем. В прошлый раз мы остановились около фонаря, где у нас машина ни хрена не ехала. Так, стоп. Где ты кричишь? Так, у нас калаш есть. Так, ну вообще у нас... Небольшие проблемы есть с тем, то, что вначале нужно было взять шланг для слива топлива. Поэтому, честно говоря, небольшое желание есть начать эту серию заново. Потому что, ну, либо по хардкору, друзья, да? Вон он ходит, видите? Ну-ка, с калаша достанем. Хотя зачем клаша? Вот с этой. Ой, промазал. Чё? Во. Да что-то я такой косой. Ой, он наспугался? Разбить бочку. Так, ладно, давайте-ка поменяем колесо обратно. Мотоциклет на это снимем. Ой, управление после моего гаража. Ой. Это, конечно, кто-то с чем-то. Так, отлично. О. Так, а мы были вон там, да? Или нет? Так, ну ехать, я знаю, нам надо держаться правее, чтобы столбы были справа. А, я все равно поехал на своей старой машине. Ладно, продолжим наш путь. Я не знаю, вот продолжать, не продолжать. Смотрите на мою тень. Так, ладно. Давайте попробуем. Пробег. Пробег у нас 9. Девять километров. Покорочник. Так. В общем, в первой серии мы проехали с вами 9 километров всего лишь. Едем дальше. Посмотрим. Хотя, возможно, лучше поспать. Так, глушись. Ручник. Спать. Не туда. Какая у нас тут кнопка? Спать. О! Прикольно. Однако. Ой, извините. Какую кнопку спать-то? Так, лучше выключим. Так, это нет. Это нет. О, это, ага. Может, он не хочет спать? Вот, засыпание. Клавиша В. Так, по топливу у нас что? Надо посмотреть. Топливо, где у нас бак? Бак у нас. Два литра. Да, у нас много очень масла. Масло должно быть это процентов, по-моему, 5. Ну ладно. Едем дальше. Не спеша. Будем приближаться. Да, смотрите, как медленно, уверенно. За ручку взялся, чтобы педаль переключить. Ой, скорость. Ладно, я ускорю этот момент, потому что это невыносимо. Я надеюсь, нам хватит топлива. Так, друзья, дальше у нас, скорее всего, упадет с горочки. И, возможно, мы сможем преодолеть 20 км в час нашу скорость. К сожалению, быстрее мы не поехали.
На горизонте я ничего не вижу. Это будет длинная дорога и долгая. Мы проехали только километр, даже... Ну да, километр. Зато какие пейзажи, да? Там трава виднеется. Это зеленая. Жалко, у меня нет этого. Ой. Бинокль, сейчас бы, может быть, нашли какую-нибудь деревушку. Дальше пойдет в горку. Возможно, это будет еще дольше. Да, у нас начались проблемы небольшие. Ну как? Мы глохнем. Ужас, ужас. Но... А, нет, это камень. Мы не сможем заехать. Так, ребят, я попробовал. Ручную коробку сделать. Ой. Так, сделал-то сделал. Управление. Так, пока что я вообще не понял. Нет, ребята, мы не сможем забраться в эту горку. Поэтому мы начнем, скорее всего, с вами заново. Ну что, автоматический сдвиг оставим, смешанный. И начните новую игру. Итак, в этот раз нам надо сделать все правильно. Так, машина у нас теперь четырехдверная. Это замечательно. Осматриваемся, что у нас есть. Так, масло. Масло — это хорошо. Вот у нас запаска. Тут у нас двигатель. Так, масло залить. Так, и чего, и чего? Так, это пить. Вот, вот где-то тут. Так, масло залили. Немножко попили. Ну, все как полагается. Так, масло у нас полное. Надо воды добавить немножко. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Нефть, я так понимаю, это опять же масло. Давайте возьмем, попробуем залить. Да, сейчас мы перельем. Еще 7 литров осталось. Так, что будем брать с собой? Возьмем алкоголь. Питьевой. Так, колпак новый есть. Два диска. Так, ну, оружие, патроны в любом случае нам пригодятся. И где-то здесь должен висеть шланг. Вот он. О, и шланг будет у нас всегда в руке, чтобы... Так, а где он? Вот он. Отлично. Теперь у нас есть шланг. Его в бак, если еще засунуть. Ну, куда угодно можем. Почти. Но я думаю, он нам пригодится. Так, надо залить воды. У нас есть здесь... Открывается? Нет. Во, вода 5 литров. И бензинчик. Так. Заливаем воды. Отлично. Так, канистру мы заберем с собой. Нам где-то 3 канистры надо. Так, и бензинчик тоже заберем. Так, это нам, я думаю, не нужна будет. Колеса. Меняем, сейчас сделаем все красиво. Так, это нам пригодится. Фонарик на всякий случай. Возьмем. Краска не нужна, здесь что? Не надо. Щетку возьмем. Так, вот щеткой
должно оттираться вот это вот. Так, как ее? Так, счет. Что такое счет? Вот на английском надо играть. А во. Нет? Во. Да, вот она стала лучше. Что у нас еще ржавое? Ага. Так, ну пока. Что можем? Колпак можем потереть. Угу. И еще. Так, а у нас один новый, так что мы не будем оттирать его. Так, замечательно. Так, а если диск отпотрем? Огонь, огонь. Так, ну и. И вот этот. И поставим их. Все, отлично. Так, как нам теперь ее выкинуть? А, вот, присаживаться так. Да, тут еще с этой игрой разбираться и разбираться. Выкинуть не могу ее. А? На какую кнопку это все делается? Бак нассать, да? Я не понял, как это все работает. 4, 3, 4. Ага, все, понял. На колесик надо нажать. Так, превосходно. Это гнилое колесо снимаем. Так, резина какая у нас получится? Мне кажется, вот это... Это, конечно, лучше. Ее ставим сюда. И колесо это на место. Раз. Колпачок, два. Так, что у нас еще гнилое? Так, ну остальные вроде не гнилые. Так, тут у нас что? Управление кошмарное, конечно. Так, более-менее живая. Я тоже вроде живая. Так. Нет, у нас есть где-то еще хуже. Так, этот возьмем. Меняем. Так, вот тут резина. Ну, то же самое, мне кажется, что и там. Так, ворота откроем. Пусть дневной свет к нам заходит. Но не эти. Кролики, я их знаю, они могут тоже зайти. И вообще без разницы, кому, чего, куда заходить. Так, масло. Масло у нас есть. 5 литров хватит. Это я все-таки уронил, да? Да, жалко, что щетку потратил. Так, ладно. Шланг взяли, это взяли. Тут нам вроде больше ничего не нужно. Там что, ведро? Так, тут у нас моторчик для... Как его называть-то? Вот это нам нужна сейчас вещь будет. Там наверху есть... А, во! Как, куда? Что мы будем тащить? Мы ее сейчас сразу израсходуем. Так, 4 взял. Так, начнем что? Начнем с кузова, конечно. Не. Ладно. 4. Лишний раз брызну. Так, и вот эту. Итого у нас уже хоть свет у машины появился. Так, как я там колесик и скинуть. Отлично. Так, воды мы залили. Да, залили, но не закрыл. Масло полный.
Здесь порядок. Отлично. Теперь здесь нам больше ничего не надо. Теперь пойдем наверх. Так, где эта штука у меня? Вот она. Так, поперли. Так, здесь у нас что? Вода. Ага. О, еще что есть. Так, ты тогда полежи пока. Иди сюда. Так, кого будем натирать? Ага. Отлично. Хоть мне не очень нравится эта машина, но будем ездить. Так, диск натрется. Так, диск что-то не хочет, значит его надо еще щеткой. А, я кузов натер. Наверное, надо колесо снять. Не, видимо, надо его щеткой. Ну, щеткой так щеткой. Капот. Ага. Все, больше не можем. Так, скидываем. Скидываем. Ну и наконец-то идем наверх, да? Больше ничего такого нет, интересно. Будильник. Так, идем наверх. А, это не нам колесо. 40 литров воды. 20 литров воды. Ну, воды везде полно. Блин, эта штука мне мешает, честно говоря. О. Так, пролезем, нет, пролезем. Так, вот эта штука убирает паутину. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Убирает или не убирает? Убирает, да. Так, ну я думаю, она нам не нужна больше. Отдыхай. Так, ты иди к нам. Что тут еще есть? Зеркало. Вон еще щетка есть. Так, скидываем. Отлично. И надо взять еще вот эту. Сейчас прям машина у нас будет блестеть. Так, аккуратно. Смотрим, что у нас внизу. Так, алкоголь нам не нужен. Диск для автобуса, он очень тяжелый. И дизель 23. Ну, я не думаю, что у нас скоро будет автобус или грузовик, поэтому мы оставим дизель здесь, поедем налегке. Так, ну и что, натираем машину и отправляемся в путь. Так, куда я их накидал? Вот они. Так, а что натирать? Капот. Дверь. Еще одну дверь. Багажник. Еще багажник. Все, кончилось. Отдыхай. Так, и пшикалка. Но она, в принципе, то же самое, так же работает. 4 раза брызнул. И все у тебя наладилось. Окей. О, диск прям вообще. Короче, переборщил я немножко, но ничего страшного. Ну что, открываем багажник. Загружаем. Вот туда. Мы выбрали необходимым. Ой,
Мне кажется, ли я его разбил? Так, ну и начинаем наш путь. Так, фары включили. Ух ты, ух ты, ух ты, а что такое раньше было? Эх, поехали. Начался наш пробег. 100 метров, 200 метров. Солнышко слепит. Это что-то похожее на москвича, мне кажется. Скоро начнется ночь. Машина медленная, с горки только соточку разогнались. Страшный поворот, резина у нас никакущая. Заносит. Нам нужно найти ночлег. На камушки лучше не наезжать. Лампочка бензина горит. Того мы уж проехали 3 километра. Ну да, с такой скоростью, если мы будем ехать час, проедем 60. Заглушил машину, чтобы с горочки немножко сэкономить топливо. Но пока что я так и не вижу ни заправки, ни гаража никакого. Скоро уже утро. О да, вот она, ребята. Вот она у нас заправочка. Так, спать я не буду, потому что сейчас проспим, в обед проснемся, это будет ужасно. Так, выходим. И осматриваемся, что мы здесь видим. Это нам не нужно, это нам не нужно. У нас есть бендик. Бензинчик. Подносим его поближе, перельем в канистру. Нельзя отсюда? А, ну шлангов нет. Чё? О! Еще 2 литра топлива. Обалдеть. Так, тут у нас разные двери, бампера, радиатор. Мопед. Так, а что у нас в мопеде? Дизель. Ну, в принципе, может быть, наберем канистру дизеля. Просто целое ведро брать, это было перебор. Так, надо масло. Так, масло у нас целая канистра есть, так что. Но на всякий случай давайте в двадцаточку перельем. Так, мне бы хорошо взять фонарик. Фонарик. Как мне его только найти? Вот он. Так, ты иди сюда. Ты иди сюда. Ири. Во, работает. Давайте осмотримся. Так, это ерунда. Тут ничего нет. И калька. О, еще один шланг. Я думаю, он лишним не будет, на всякий случай. Давайте его положим. Так, да, кстати, у нас тут же можно свет включить. О. Так. Лежи пока тут. А, это мы включили на улице. Так, ну уже светлеет, поэтому у нас на крыше. На крыше у нас, видимо, ничего.
Да, так что мы сейчас переливаем все жидкости. И отправляемся в путь. Так, что у нас тут есть? Масло. Тут у нас кто? Так, тут у нас бензин. Сейчас мы сюда весь бензин перельем. Главное не пролить. Так, бенз. Бенз. Так, того у нас уже 4 литра бензина есть. Нефть и вот еще бензин. 5 литров бенза. Так, я думаю, эти уже нам не... Нужна. Так, тут... Ой. Так, нефть. Нефть. У нас еще есть канистра. Да, с чем у нас канистра? С водой. Так, бензин пускай лежит. Так, это пустая, это с водой. Давайте масло, чтобы место не занимало, сейчас вот в канистру перельем. Да как тебя поставить-то? Так, масло 4 литра. Тут у нас вода. Вода, я думаю, как бы нам вообще не нужна. Так, а подождите, а что мы здесь? А, здесь дизель был. Да, 2 литра дизеля. Думаю, стоит. Стоит его забрать. Поэтому все-таки мы вот в эту его перельем. Чуть-чуть, но пускай у нас будет. Так, смотрите, как сливать топливо. Откуда сливаете, там должно быть выше. А куда сливаете? Должна быть ниже. Так, а это немножко... Немножко неудобно. А, я ее не открыл. Ты выпал? Да что ты? Нет, 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 нет. Это очень неудобно. Ну, пожалуйста, не падай. Вот, у нас пошла заправка. Слив. Так, все. Забираем. Закрываем. И убираем. Так, вода тоже. Ну что, продолжаем наше путешествие. Так, сколько у нас осталось бензина? Ладоген, масло. Где у нас бак? Где находится бак? Вот он, в баке 0,2. Я думаю, нам стоит сразу заправиться. Литрушку хотя бы нальем. Так, тут у нас что? Тут у нас что? Газ. Отлично. Опять забыл, где бак. Так, бак здесь. Ой.
Я воды в бак налил. Ладно. Бывает такое. Два литра. Насколько нам хватит? Посмотрим, какой расход у этой машины. У нас 2 литра. На одометре у нас 8 километров. Едем дальше. Как будет что-то интересное, мы с вами встретимся. Что это было? Что это произошло сейчас? Ну, вроде... А, что-то потеряли. Тормозов вообще нет. Так, что у нас произошло? Не люблю я вот такие багажники. Так, лежать. Бинокль. Что мы видим? Видим долгую длинную дорогу, на которой нам, походу, ничего особо пока и не встретится. Еще и приближать можно. Так, окей. Отдыхай. Пожалуйста, не выпадай. Так, ну все. Едем дальше. Поэкономим электричество. 150, почти 150 километров в час. Лучше так не делайте, не регулируйте на ходу. Так, и вот, смотрите, мы приехали к остановке. Так, оттормозись. Так, глушим. Так, смотрим. Мы проехали, грубо говоря, 7 километров. Бензо у нас стало. То есть, неплохо так. Так, тут у нас что? Алкоголь. Патроны есть. Что у нас на крыше? Так, давайте попробуем по дереву запрыгнуть. Вот, что-то там есть. Слиток и журнал. Что за журнал? Давай. Оба. Ну... Не понял я, как там воспользоваться, как открыть. Так, ну ладно. Лежит автобус. Что у нас в баке у него? Где у нас у него бак? Бак здесь. Стой. Так, здесь есть кнопочка. Опа. Открываем. Залазим. Так, холодоген пустой. Куда я провалился? Масло пустое. Ну, в общем, он... Пусто все. Все пусто. Неинтересно. До свидания. У нас пока нет ничего, чтобы его поставить на ход ноги. Ну, кстати, он на колесах. Хотя у нас есть дизель, у нас есть масло. У нас мало. Дизель 3 литра, он прожорливый до безобразия. Ну что, продолжаем наше путешествие. Так, друзья, там виднеется уже остановочка. Ну, что-то похожее. Или заправочка. Ух ты, ё-моё. Тормози. Уф. Это было, конечно, страшно. Так, поехали. Вот это вот чуть-чуть отвлекся прям.
Ай, и все. Так, там даже вроде какая-то машина стоит. Да. Посмотрим, может, сможем что-то с нее слить. Так, ну к этой вышке не пойдет, там, скорее всего, будет опять лежать этот. Бинокль. А у нас он есть. Ручник, глушим. Проехали мы. Еще 4 километра, да? Слушайте-ка, это что, как у нас машина, да? Да. Так, это у нас что, подвинуть? То есть мотора здесь нет. Угу. Топливный бак пуст, да? Так, он спереди. А, нет, это другая машина. Где топливный бак? А, вот. Да, здесь пусто, увы. Увы. Что мы здесь можем найти? Так, тут что-то, завалено все. Поставь. Так, канистра. С маслом. Перельем. Так, уже темнеет. Так, дверь. Бензинчик. Бензинчик. Да, тут опять все у нас заставлено. А как нам тут, чтобы увидеть? Так, вот сюда вот можно поставить. А, газовый баллон, лом. И ничего интересного, да? Окей, окей. Так, в туалете что у нас есть? Ну, как обычно, да, тут. Ничего другого быть не может. Так, ну что? Попробовать залезть наверх. Воу, тут можно было по лестнице подняться. Так, ничего я интересного здесь не наблюдаю. Поэтому переливаем жидкости, спим и едем дальше. Нет, 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 нет. Аккуратно надо быть. Мы больше пролили, чем всегда. Так, а канистра еще одна. Где? А я ее не доставал, да? Так. Ладно, придется поспать сначала. На заднем сиденье все как положено. Так, отлично. Поспали. И теперь у нас еще бензинчик, да? Бензинчик. Вот он, наш бензин. Так, вот с ним прям вообще надо аккуратно быть. Он на вес золота. У нас остался 1,5 литра. Четыре литра есть. Тихо. Ну, за 0,5 литра мы обнаружили 2 стоянки. Едем дальше. Пробег 19,5 километра. Так, и кажется, что-то у нас тут есть, только непонятно, что это, камни или... или какой-то домик. О! Что? Стоп. Давайте-ка посмотрим, что это там такое. Похоже на какое-то большое здание. И это корабль, друзья.
И это какая-то кафешка с заправкой. Вот это да. Сейчас мы едем к кораблю. А потом поедем уже с забегаловки. Отлично. Направляемся прямиком к Титанику. Хотя, смотрите, нам пока ближе будет доехать до забегаловки этой, а потом уже до корабля. Ну, в корабле ничего интересного мы особо там не найдем. Там вроде как... О-о-о, что-то тут FPS просело. Что-то подгрузилось. Что это такое? Это у нас прицеп. Да офигеть, какой прицеп. И это прям в нем жить можно. Тут представляете, сколько можно всего загрузить. Но, к сожалению, колес у нас нет. Сохраним, пожалуй, это место. Итак, чего мы здесь имеем? Тут что-то прям много всего. Так, во-первых, есть губка. Так, и кажется, очень хорошее колесо. Ой, перебор. Ну да, смотрите, оно прям вообще великолепное. Так, что у нас? Пусто, ведро пустое. Натереть есть чем. Так, ну что, где у нас? Давайте поменяем. Вот с этой стороны. Прям целиком. Да. Мешается нам этот колпачок. Что такое? О. Угу, отлично. Так, колпачок где у нас плохой? Вот здесь не очень. Так, резина, резина, резина здесь. Получше, чем. Или такая же? Да не, даже хуже. Так, отлично. Что еще? Так. Алкоголь, алкоголь, да, это бы. Рука. Рука человека. Кровать. Бутылочки всякие. Так, тут у нас ничего нет. О, канистра. С маслом. Да, давайте. Масло что-то у нас маловато. А вдруг мы найдем автобус? И будем его оживлять. Так, вот еще какую-то канистру вижу. Опять же с маслом, да? Бензин. Литр. 1,2 литра, это очень круто. Так, что у нас на кухне? На кухне у нас еще одна губка есть. Только зачем мне столько губок? Ой, что-то я там прям как будто сломал. Так, газовый баллон. Это что? Револьвер. 5 патронов. Так, тут все ясно. Какую-то дверку сделали, я не знаю. Ух ты! Вот это. О, можно. Вращать его никак. Так, мы можем, значит, во что-нибудь пострелять. А, дверь от этого. От прицепа. Может, мы здесь найдем как тут всего много. Тут очень много всяких штук. Это что у нас такое?
А, это какая-то охлаждайка. Алкоголь. 2 литра. Фар от семерки. Так, ну-ка. Вот это он мощный. Так, постреляем по бутылочкам. Ух ты, ё-моё! А чё там было-то? Очуметь вообще, сейчас что-то бахнуло-то. Так, вот там был газовый баллон. Ну, о, я могу его взять. О, щетка. Да, нафиг эти баллоны взрывать. Давайте машину нашу почистим. А чё, нам нечего чистить-то, да? Не, есть, вот. Так, полежи тут. Ты полежи тут. Ты возьмись, 4. Так. А, отлично, уже вид имеет. Сейчас мы колесики до ума доведем. Так, чего еще надо? Надо зеркала. По крайней мере, вот это точно. А, как раз. Угу. Ой, там машина на крыше стоит, ребята. Я и не заметил ее. Я ее и не заметил. Так, мусорка. Так, резина. Это для... Нога. Ляпа. Капот. Бампер. Ну, такое. Пока ничего интересного не вижу. Так, а теперь как на крышу залезть? Давай, 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 давай. Красавчик. Прикольно. Прикольно. Пустой. Топливный бак пустой, да? Окей, окей. Значит, тут ничего интересного для нас нет. А вот и диск. Мотор. Какой-то новый мотор. Мне подсказывает то, что он офигенный. Оп. Газ. Бензинчик, ё-моё. Давай, только не умри. Отлично. Бензик мы сейчас зальем. Так, главное ее не разбить. А, отлично. Так, еще срань не смотрели, да? А, смотрели. Еще одно колесо есть. Так, ну это не очень хорошее. О, еще один шланг. Алкоголь, вода. Бензик. Бензик, бензик, бензик. Какая-то непонятная вещь. Так, ну вот эти, я не знаю. Их очень много тут. Ну да, мы сейчас попшикаем. Машины. Но они не полны. Где 10 пшиков осталось, где 18. Я думаю, нам хватит сейчас машину до ума довести прям. И что-то тут еще наверх есть дорожка. Опа, ну тут ничего интересного. Ну, в принципе-то нормально. В принципе-то неплохо. Сейчас мы тут отполируем все. Что такое? Очень странно, очень странно. Может, тут надо тирануть?
Так, сейчас поспим. Так, почему-то не оттирается. Не знаю, почему такое. Так, бампер можем? Бампер не можем. Отлично. Просто, видимо, я уже по максимуму там натеру. Ага. Закончилось все. Выбрасываем. Так, по мотору, кстати, там же мотор был. Да, он вроде бы как бы получше смотрится, чем наш. Давайте попробуем его поставить. Может, мы будем ехать помощнее, побыстрее. Так, для этого нам надо перелить масло. Да, они разные. Из этого мотора. О, он даже у нас масло поджирал. Перелить вот в этот. Так, отлично. Тихо! Всегда надо закрывать емкость. Так, встал он великолепно. Так, пока масло не будем доливать. Ну, бензиновый, я надеюсь. А, это он какой легкий. Так, револьвер нам не нужен. Так, где колпак? Давайте попробуем еще побрызгать. Нет, это уже все. Это не делается. Но эти, я тоже понимаю, уже готовенькие. Ой. Ну, тогда мы не будем их с собой брать. Так, это как тебе? Всё. Так, бак закрыть. Сколько? 1,5 литра, отлично. Так, нефть. Бензин. Сейчас перельем и в путь. Закройся. Как же это сложно. Так, а у нас 4 литра масла. Так, тут у нас кто? Бензин. 4 литра, пожалуйста. Главное не разлить это все. Так, 5 литров. Прям вообще идеально. Ну что, давайте поедем, посмотрим, что у нас на корабле. О, двигатель работает. А корабль у нас где-то вот здесь вот. Где я его видел? Где я видел корабль?
почему я его сейчас не вижу? Вот он, все. Да, движок пободрее, уже 60 по полям, по пустыням. 80. Дороги там вообще, наверное, пушка. Сто двадцать. Вот он. А, ну это какой-то маленький, да, корабль? Тихо, тихо, тихо. Без аварий, без аварий. Ну что, давайте посмотрим. У нас здесь очень много бочек. Нам нужен бензин. Нам нужен дизель. Вот дизеля прям я бочку забрал целую. Это будет означать то, что мы сможем уехать на... Так, пустая, пустая. Пустая. Бензик! Чистый бензик. 40 литров. Еды мы знать не будем теперь однозначно. Ну и все, в принципе, больше нам ничего не надо. Больше нас ничего не интересует. Сейчас прямо из нее заправляем в машину. И что остается в канистру. И это просто, это удачно, удачно, я считаю, то, что залетели. Теперь все у нас, грубо говоря, есть. Остается только искать новый транспорт. Ой, у меня еще с водой. Ну вот, 100% бензина. Полный бак. Очуметь. Так, здесь у нас кто? Так, тут у нас дизель. Я предлагаю взять эту канистру. Бочку. Кто? Не надо меня пугать. Так, мы берем эту бочку. И вот так вот ее. Вот так вот, вот так вот. Чик. Теперь. Где у нас еще дизель? Хорош меня пугать. Так, вот дизель еще. И идем просто заполняем. Так не получится, да? Так не получится. Если мы ее откроем. Угу. Я надеюсь, я потом смогу ее поднять. Да хорош, это кто? Дизель как раз таки. Так. Как мне можно видеть? О. О. Ну. Показывай сколько. Того 44,5 дизеля. Так, у нас еще был где-то дизель чистый. Бензин с нефтью. Масло. Масло надо. Заполним хотя бы 20 литров маслом. Так, и вот тут еще масло должно быть это. А вот еще масло. Еще дизель. Так, ну вот уже 43 литра с проблемами так поднимается. Так, ну давайте литров 50, наверное. 80 литров. О! Невозможно поднять. Придется слить. Так, это бензин еще пускай нужен. Нефть. Так, ну и что, как ее завалить? Оп. И открыть. Давай, остановись. 75. Так, вот дизель на пол. 75 литров берешь? Не, не берешь.
70. 20-70, да. Но уйти не может. Так, как-то ее надо повернуть. Так, да? Отлично. Так, и давайте опустим ночь. Так, зальем остатки бензина и масла. Что было на всякий случай. Так, бензик. Так, 18 литров у нас еще будет в багажнике. Так, 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 так. Закрыть надо. Так, вода. Вода, вода нам пусть лежит. Опа. Опа, нефть. Погнали. Так, ну это мало, надо еще. Это у нас кто? Газ, нефть. Еще нефть должна быть. Во. Та-ра-ра-та-ра-та-та-та-та. И надо еще движок долить. Так, отлично. Идем на доливочку. Стой, не уезжай. Так, а как сюда масло залить теперь? Да. Все. Все у нас полным-полно. Так, вот так, вот так, вот так, вот отлично. Так, забираем с собой канистры. Попробуем выехать теперь. О, тянет, тянет, тянет. Так, едем на дорогу. Дорога у нас где? Дорога где-то там. Как-то я вот так вот ехал, да? Тихо, тихо. Вот она дорога. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Где-то я ее видел боковым зрением. Вон он. Вот столбы. Вот забегаловка-то. Главное ни во что не врезаться. Да, одно неловкое движение. Тихо, 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 тихо. Ну что, лампочка не горит, полный бак. Мы едем дальше. Ой, что же наделал? Как так получилось? Чуть-чуть не доехали мы до места назначения. И произошла маленькая неожиданность. Или большая. Ну ладно, будет не скучно ехать. Ой. Ой. Ух ты, что-то произошло. Что-то пошло не так. Но вроде мы ничего не потеряли. Странно, странно, странно. Ну ладно, главное, что все хорошо. 140. Очуметь вообще. Вот это мы прем. Нет, 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 нет. Так, все, все хорошо. Такие ситуации, они очень опасны. Очень опасны прям. Ну, нам повезло. Пробег 35.
О, сейчас будет хорошая скорость. Максималочку проверяем. 150. 160. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Вы видели этот заяц? Он просто из ниоткуда появился. Блин, ну максималочку мы так и не смогли. 160 это, конечно, 160. Мы могли бы и больше. Но мы хорошо там шли. Хорошо. Не-не-не-не-не, машина, успокойся. Так, 160. Ну все, стрелка дальше не идет, да? Не-не-не-не-не-не-не. Очень аккуратно, очень аккуратно, очень аккуратно. О, давай, давай, там уже, наверное, 170. Я что-то вижу впереди. Мы, наверное, 180 уже все идем. Да, там есть какое-то заведение. Это гараж. Ну что, давайте посмотрим, что там выпадет. Эх. Ну, не густо, не густо. Такой, как у нас двигатель. Газ, нефть, дизель. Нефть. Ну, в принципе, такое себе. Ну что, на такой приятной ноте мы, пожалуй, закончим эту серию. В этой серии мы проехали с вами 39,3 километра. Увидимся в новой серии.